В Сашенях летом будет горячая вода. Там запустили новую газовую котельную взамен старой частной бойлерной. Владельцы отключали людям горячую воду по своему усмотрению. Теперь жители района не будут зависеть от частника и получат все необходимые ресурсы. Подробности в сюжете. Жители Сашени, возможно, даже не заметили того, что с 12 апреля их дома подключены к новой котельной. Теперь 16 объектов, в их числе детский сад, отапливаются газом при использовании современного оборудования. Для этого не требуется даже участие человека. Все автоматически. Разве что в процессе настройки системы специалисты контролируют работу котельной. За этот период, там, с 12-го мы прошли комплексное опробование, 72 часа. Сейчас уже котельная работает в штатном режиме, там проверяются режимы срабатывания защит, всего остального, для того, чтобы уже потом вывести котельную в работу без персонала в автоматическом режиме. Коммунальные изменения жители района заметят только летом. Предыдущая частная котельная в теплый сезон не обеспечивала жилые дома горячей водой, потому что у ее владельцев не было такой необходимости. Люди оказывались заложниками ситуации. Сейчас ресурс будут подавать круглый год. Для переключения потребителей необходимо было отключать теплоноситель. На техническом совете приняли решение о переключении потребителей в весенний период. То есть уже когда были установлены положительные температуры наружного воздуха, данные работы были проведены. Котельная была спроектирована и построена в рамках концессионного соглашения между Т-плюс и администрацией города. В Вересниках подобный теплоисточник работает уже не первый год. Елена Шарыгина, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича.